Очень неудачно началась игра для нас. Мы быстрый гол пропустили. Пришлось там какие-то коррективы вносить. Вот этот быстрый гол и плюс ошибка при стандарте футболиста, который упустил игрока, привели к поражению нашему. Усугубило все удаление. Еще. Хотя вроде бы там что-то пытались сделать, но, к сожалению, решающий момент, когда забить, пробить надо было, мы не преуспели. Ты говорил, еще вопрос такой, вернее, два даже вопроса. Первый по двойной замене, это двойная замена следствия того, что пропустили гол в раздевалку. И второй вопрос, в этом сезоне ваша команда более заточена на контратакующую, то есть позиционные атаки. Как-то вот не слишком, во всяком случае, со стороны, если смотреть, не слишком хорошо получается. Это потому, что у вас такие футболисты на данный момент, либо вы прям целенаправленно строите игру от обороны? Замены, мы заменили футболистов, которые неудачно сыграли в первый тайм, не принесли пользу команде, поэтому заменили на других. А то, что, ну, что мы, у нас больше так получается просто. Мы после пропущенного гола пытались позиционную атаку вести, пытались разыгрывать, но у нас это плохо получается пока. А почему? Ну, наверное, частично футболисты, частично что-то недоработали, частично то, что состав много новых, много факторов может быть. Но факт, то, что не получается у нас в завершающей стадии особенно. Где-то мы можем выйти из обороны, там где-то до навеса довести, до какого-то заброса, но в финале там все это. Главное, как в штрафной сыграешь, а там не получается. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы есть? Нет? Все, спасибо.